Сегодня в Талдыкургане шквальный ветер повредил крыши нескольких зданий и линию электропередачи. По сообщению синоптиков, скорость ветра достигала 17 метров в секунду. В общей сложности повреждены кровли 6 объектов. Это жилые дома, СТО, цех по производству металлопластиковых окон, а также ремонтная мастерская лесной пожарной станции. Кроме того, в результате падения деревьев проломлена крыша одного частного дома, повреждены автомобиль и линия электропередачи. Из-за этого некоторые районы города находились без света. К этому времени электроснабжение уже восстановлено. На местах происшествия сейчас работают мобильные оперативные группы городского УЧС. Последствия ликвидируют 30 человек и свыше 10 единиц техники. Темно, витрины такой. Вы знаете, аж как будто бы ночь, как будто бы все так было очень страшно, темно. Свалилось дерево и проломило крышу. И, конечно, у меня такое расстройство, я слезы. Акимом города Талдыкурган принято решение о восстановлении всех кровель жилых домов. На данный момент проводится неочередное заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Все работы проводятся в авральном режиме.